рассадила одну баночку томатов. Место освободила под запуняку там. Этих-то я, конечно, индетерминантных маху дала. Ну, значит, будем хорошие выбирать, плохие выкидывать. А вот здесь вот место освободила запуняки. Садила поштучно. По три штучки вот так вот. Вот. А эти чуть-чуть остались, я вот так вот их растолкала. Море увлечений весной. Море. Всем привет! Вы на канале «Переселенцы с Байкала». Ну, у нас чисто лето уже. Воздух, конечно, холодный, а солнце прямо так пригревает, как лето наше в Бурятии. Но воздух холодный. Дует ветерок, конечно, чувствуется. Что мы сегодня будем делать? Мы сегодня вот лазурит будем разбрызгивать. В общем, его разводят тут в одной упаковке. Сейчас я возьму так, чтобы было видно. Ой, камеру не качай. Тут в одной упаковке получается 20 грамм. Вот. 10 грамм разводится на 3 литра воды для однократной обработки. Можно еще двукратную обработку сделать. Второй раз уже можно развести эти 10 грамм на 9 литров воды. Вот. Это уже даже когда картошка взойдет до 5 сантиметров. Второй раз можно обработать. Но это надо смотреть, в общем, я так понимаю. Надо смотреть от этого. Так, стоп, сейчас я присяду и буду рассказывать. Шапочка беленькая. Шапки меняю, как перчатки. Солнце прямо в глаза светит. В общем, надо смотреть по состоянию своей почвы. Вы же знаете, не могу глаза туда поднимать. Вы уж извините, солнце прямо в глаза. Нашла место, куда сесть. Вы же знаете степень зарастания этих своих участков. Поэтому вот, если там уже мало сорняков, то, мне кажется, достаточно одной. Убивает не траву, убивает семена. Двудольные и однодольные убивает семена. Но не все. Сейчас скажу, какие. Не от всех. Значит, уничтожает амброзию. Я не знаю, вот у нас в Бурятии амброзия не растет, а здесь амброзия, это, ну, прям может вот так ковром вырасти. И она же, как сказать, она является этим, скажите, как, а? Аллергеном. Вот. Значит, потом осота. Осот у нас есть. Лебеду. Лебеда бывает. Ширицу я не знаю, что такое. Ширицу, марь тоже не знаю, мятлик. Но мятлик представляю, что это такое, однако он у нас есть. И другие злостные сорняки. Вот. Другие дальше не написано какие. Ну, в общем, какие убьет. В общем, я сейчас иду разводить и разведу, как положено, вот этот на 6 литров воды. Ну, воду, правда, буду наливать на глаз в этот в разбрызгиватель. Посмотрю, насколько его хватит, этого одного пакетика. У меня два пакетика. Вообще, я, конечно, брала еще для соседей, для тети Фая. Ну, если что, заказать можно. В принципе, это не проблема. Так, ну все, пошла я, в общем, заряжать этот опрыскиватель. А, нет, перед этим я поле разровняю. Там у меня комками. Хотя, в принципе, без разницы, комками, не комками. Это уже это еще лучше обработается. Ну, в общем, вот. А для... Вот у меня Марина спросила, да, с Хакасии. Для сорняков там, Марина, другие гербициды. Это торнадо, ураган и еще какой-то на Р я вот брала, забыла. Но это, которые продаются в садовых, там, вот в таких вот, да, учреждениях. А мы берем в хозяйственном магазине и на рынке у нас, на розлив продается такая штука здесь, спрут. Я не знаю, там, наверное, такого нету. Он используется для обработки полей. Заказывают его большими канистрами, разливают потом, ну, не дешево, я скажу вам. Вот сейчас врать не буду, но он... А, что врать-то не буду? Пол-литра 850 рублей стоило. И там получается 100 грамм на... 100 грамм на этот самый... На 10 литров, по-моему, разводится. Но она вообще траву уничтожает изумительно. Я и торнадо, и у
уничтожала тоже и этой самой, как ее, и ураганом, они чуть-чуть помедленнее действуют, эти гербициды. Они же сразу не убивают, вот, допустим, нужно опрыскивать прямо, ну, вот я опрыскивала обильно. Для этого, собственно говоря, был и куплен этот опрыскиватель, потому что я знала в прошлом году, что мне нужно будет с покосом бороться, и поэтому мы купили этот опрыскиватель. Ну, собственно говоря, вот основная причина была в покупке опрыскивателя. Прямо обильно опрыскиваешь, и, конечно, сразу оно не погибает. Оно погибает, и трава должна быть короткая, невысокая. Погибает там в течение 2 недель. Потихоньку оно засыхает, и все, и потом ничего не появляется. Даже нового не появляется ничего. Через какое-то время, конечно, появится. Нужно именно, чтобы попадали эти гербициды, с которыми боретесь, вот от этого. Ну, именно со сорняками уже выросшими. Попадали, чтобы на листья. Если вы скосили, допустим, покос, и вы вот брызгаете вот так вот, не получится так. Потому что те гербициды, они попадают на листья, блокируют поступление солнечного света, хлорофитума, и, короче, в конце концов растение погибает. Вот таким образом оно работает. Без попадания на листья, просто на стебли это не сработает вообще. Поэтому нужно вот там травка небольшая, скажем так, и, пожалуйста, опрыскивайте. А этот работает именно на семена, еще ничего не взошло, вот до всхода в картошке и потом до 5 сантиметров, когда она взошла. Убиваются именно семена. Не знаю, в каком количестве. Я думаю, что они, конечно же, все не убьются, но со временем, с годами, это все равно, конечно же, ну, постепенно обработается и уберется. Это само собой. Всему нужно время, чтобы сразу было, такого, ну, не бывает просто-напросто. Ладно, пошла я, в общем, разводить. О, как солнце прям в глаза. Я тут, наверное, прям щурюсь, такая, наверное, красавица вообще. Но ничего, ладно. В общем, там получается, как мне там сейчас встать-то, чтобы видно было. Вот если видно, получается такая вот белая жидкость, он белый порошок, летучий очень, причем. Прямо там он в пакетике, ни в каком еще дополнительном пакете. У меня тоже открываешь, и сразу он начинает летать. Поэтому аккуратнее. Вот, в общем. Мне главное, чтобы сейчас этого опрыскивателя хватило. Я ведь не могу от него зарядник найти. Куда дело? Не могу знать. Все уже перерыло, но исчезнуть он никуда не должен, выбросить не должны. Куда дели? Просто вот изумительное дело. Скорее всего, как всегда, это ложишь поближе. Ну и потом найти не можешь, в конце концов. Так, ну вот. Там вот это поле, оно такими вот комковатое, да, получается. Но это просто куски были, когда я выкапывала под картошку лунку. Кусок был такой слипшийся, я его просто в сторону убирала, а закапывала другим. Не буду я это все дело там разбивать. Пускай оно так будет лучше. Всякие там закуточки, а выровняешь, будет просто ровная поверхность. Закуточки, все это проветривается, протравится. Там, кстати, уже трава наросла, вон я смотрю. Там уже торнадой надо уже проходить. А ну пойдем. Вот. Самое-то главное, потом еще результат же ведь нужно будет смотреть. Это, ну, через какое-то время, это в течение периода, вон там уже трава наросла, вон. Но это надо уже таким, другим гербицидом. Ну что, давайте приступим и опрыскаем. Так, что тут у меня, где включается? Вот эти вот комки, это я их просто вытаскивала, в сторонку ложила рядом с лункой. Ну и пусть лежат. Да, здесь надо уже гербицидом другим еще проходить. О, уже готово. Вот у меня. Так, ну все, вроде бы сделала. Вот эту палку надо новую заказывать. Все, она уже из этого себя. Ну и вот так вот опрыскиваем. Я думаю, что вот так до мокроты достаточно. Все вот эти территории. В принципе, я думаю, что, скорее всего, можно и не там, где картофель сидит, а, например, просто у вас пустая земля. И вы ее вот обрабатываете. Вот, например, я вот там вот
под чеснок, который еще участок планирую, вот его тоже можно обработать. На него просто ничего не садить, и все. Все дела. Ну и вот так вот, вот поехали. Вот. Не знаю, внутри, наверное, семена, скорее всего, не зайдут или как. Вот это я принцип не понимаю вот этого действия. Вот что. Ну да, сверху, допустим, семена есть. А внутри которые? Ну, значит, на них, наверное, не действуют, скорее всего. Они, скорее всего, не всходят. Как-то так. Ну ладно, все. Я погнала. Так, ну и вот смотрите, мне вот этих 6 литров хватило вот на эту полосу. Вот отсюда вот, где руку мою видно. Ага. Вот отсюда вот, вот рука. Вот так я захватила. И вот до сюда. То есть вот туда вот эта полоса. Даже чуть-чуть в конце не хватило немножко. Получается, вот на это вот поле надо будет 3 упаковки. Вот такой расход получается. Сколько здесь в размерах, я не могу сказать. Ну, конкретно. Там, в принципе, расход должен быть написан. Но я здесь не могу на глаз определить. Ну, вот я иду вот. Вот так вот. И вот мне вот здесь вот чуть-чуть не хватило. Ну, видно, вон мокренько чуть-чуть. Вот здесь чуть-чуть не хватило. В общем, вот так вот получается. Сохнет тут же моментально. Я вот, мне просто интересно, как оно это вот действует. Получается, что я сейчас все три упаковки, в том числе и ту, которую для томатов брала. Там она, наверное, разводится по-другому, мне кажется. Я там сейчас зайду, почитаю. В это. Разводится, наверное, по-другому. Потому что там какая-то флакушечка вроде бы как. Ну, другой вариант совершенно. Поэтому вот, вот получается вот до сюда. Еще вот так на три части. Вот мне нужно 3 упаковки вот этих. А сколько они стоят, упор не помню. 200 рублей то ли, что ли. Что-то такое. Ну, как бы, конечно, затраты. Но вообще, если вот как у нас в Бурятии, я бы легко бы обработала и от травы, и от всего. Здесь же трава просто это, ну, это не Бурятия совершенно. Здесь надо бороться серьезными методами. Особенно, когда вот такое поле, ну, когда огороды только разрабатываются. Я уже повторюсь, у дяди Володи, например, у них травы практически нету, но очень мало травы. Пырья точно нету. Тут еще и пырей лезет местами. А пырей сами понимаете, что это такое. Ну вот и вот только этими торнадами да спрутами убивать пырей. Поэтому вот у них такая трава, которую выдергать можно. И то вот амброзия полезет, она сплошняком лезет. И даже амброзии у них мало. Поэтому тут сейчас пока что нам приходится вот влаживаться в это дело. Но я просто не вывезу вот это все руками, тяпками. Я порой грю некоторые участки, потом забрасываю, думаю, ой, иди оно все. Зарастай оно, особенно к осени. Уже внимания не обращаешь и просто, ну, заросло, да заросло. Потом этим побрызгаешь гербицидом, который траву убивает и все дела. Так, пойду я за водичкой еще. Добью вот этот вот еще одну упаковку. Ну, я проливала добросовестно. Прямо вот эту самую. Ну, до сих пор еще мокрая. Вот чуть-чуть там видно же, по-моему, да? Видно, не видно ли он? Чуть сырое. Ну, в общем, короче, я проливала добросовестно. Ну, сохнет быстро, солнце уже яркое. Так что вот. Ну, в общем, дальше я буду сама обрабатывать уже без показов. Потому что у меня иначе батарея. А мы сегодня еще будем с вами садить капусту, рассаду. Вон там все-таки в конце я хочу. И мне сегодня надо побелить. Вот я думаю, Машку что ли попросить? Машу мою. Но не знаю, она занята, согласится ли она. Так что, вот как-то так. Придется, наверное, самой делать. Если друг не смеется, ты печи ему солнце, ты печи ему звезды, это просто. Ты исправь ошибку, превращая в улыбку все грустинки и слезы, это просто. Воскресенье, суббота, дружба это не работа, дружба это не работа.
Где свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям. Это просто. Посмотрела я, покопала картошку. Ну-ка, там ли? Чтобы не разрывать лишнюю опять снова. Не помню, это кто или... А, да, вот. Ну вот, пошли уже росточки. Поэтому вот. Ну, там еще я ходила, копала. Тут что, поближе пошла я по полю так. Пришлась поближе. Посмотрела. Там, не знаю, на том поле не ходила, не смотрела что-то. Ну вот и все. Так. Опрыскиватель пока оставлю здесь, потому что я хочу вон там около чеснока посадить картошку с семенами. Землю обработаю сразу. Пойдем. Мошки летают прям в глаза. Собаки серые. Прям летают активно. Ой, отключить его надо. Так. Вот теперь надо этим спрутом запасаться. И потихонечку везде, например, эту грядку я оставила под редиску. 100% здесь трава начнет расти. Вот надо ее обрабатывать. Вот на картошку надо, по картошке пройтись. Где она тут еще вылезла уже, еще посадок где нету. Помидоры, огурцы, ну, там вроде где я хотела, там вроде нет пока что. Ну вот, в общем, обработка в том числе. Такое документальное свидетельство записывать и подписывать не надо. В общем, первых три рядочка это я посадила зимовку. Зимовку, она сидит в зиму. Потом я посажу три рядочка славы, потом я посажу три рядочка этой золотого гектара, ну и там немножко этой натыкаю. Цветной там, красный, всяко разные, в общем. Я чисто поэкспериментировать тоже, я их никогда не садила. Поэтому мне это, не знаю, может неправильно, может надо было раньше, может надо позже, фиг его знает. Ну, в общем, посажу, да посажу. В общем, вот так вот, камушки ложу, вот. Это для этого. Для страдающего склерозом, для меня вот такая вот запись видео. Видеосвидетельство, вернее. Ну ладно, буду дальше садить. Да, цветная капуста. Кстати, цветной капусты там вообще было очень-очень мало. Так, ну ее, конечно, надо было бы прилить. Вот это-то вот точно. Тут уже земля подсохла, суховатая. Это я потом попозже приду с лейкой и полью. Где-то надо еще наконечник от лейки найти, я не помню, где он. Валяется где-нибудь, как всегда. В общем, посадила зимовку. Очень поздняя слава. Это ранняя, да? Капуста. Хотя у нас ее в Бурятии выращивают и до осени. У мамы она нарастала огроменная. Капуста. А здесь нет. Здесь она максимум до жары. И эту, как ее? Скажите, какую? Забыла уже. Ой, господи. Белокочанная. Золотой гектар. Харьковская мне когда-то была. Вот. И золотой гектар. Она среднеспелая. Ну и вот немножко этой краснокочанной. Краснокочанную-то я в прошлом году садила. Единственное, что я вон там ее посадила. И у меня зашли потом эти... Ну и там, и как, кстати, не климат, и было темно. Утята зашли. Они же как змеи везде во все дырки залазили. Мы как бы не загораживали. Ну, короче, обчекрыжили ее. Она потом что-то пыталась отрасти. Ну, так. Листья одни наросли. А эту цветную ни разу не выращивала, ну и пекинскую, соответственно, ни разу не выращивала. Вот. Такс. Такс. Ну вот, это посажено на рассаду. Уже, наверное, можно и томаты куда-то высадить. У меня там еще же томаты есть, ляна. На всякий случай посеять. Мало ли что. Какие могут быть дела.
Так, и теперь я там, кстати, пришла, он прям с пакетиком все притащила, что есть, что есть в наличии. А то вчера думала, ой, надо было это подсадить, а это, а семена-то там можно было, вернее. Там, кстати, я вчера досадила там салат, вот скажи, уже забыла, салат. Салат, базилик. Салат и базилик. А здесь петрушка и укроп. А кориандр я еще не садила. Вот про лук, кстати, говорила. Вот то, что он корнями выталкивает себя. Вон, пожалуйста. Видите? Вот. Вот его надо заглублять как следует, чтобы он так вот не вылезал. А потом присыпать. А чеснок, наоборот, себя втягивает. Так вот. Андрей приедет, сделает мне скважину. Я здесь уже поставлю вертушку. И вертушкой буду поливать. Лейка, я, естественно, не собираюсь это поливать. Оно мне надо это вообще. Лейка, я тут пристану ходить поливать. Да и вообще эту землю лейка не поливает. Ну так, смочить землю. Тут же по факту вот с этой лейки лей землю, она туда вот так в землю и будет уходить. Она не будет там, как у нас вот в Бурятии, лужи там что-то сразу. Это уже большой, когда поток воды, вот когда нас в прошлом году топило, длительно ли идет, вот тогда уже встают лужи. А когда вот так вот, она как в сухую землю, как говорится. Лейки тут не наполиваешь, это все ерунда. Надо включать. Андрей мне потом вот напомнит, как утром, вечером, короче, на полчаса нужно включать. Полив. Но у нас так, как огород большой, каждый день же все равно сегодня будешь поливать. В одном месте, в другом месте. Утром, вечером по полчаса вертушку включаешь. Главное не забыть, как я могу и на ночь включить. Это запросто. Вон там, вон за этим, за деревом, за крайним, там заболочено. Не заболочено, вернее, там слишком сырая земля. Вот я думаю, это я в прошлом году забыла. То, что она крутила 12 часов. Вертушку. Забыла все. Забыла, ушла, утром куда-то еще уехали, и все, и вспомнила потом. А она там крутит у меня. И так неоднократно было. Это уже не впервой мне. Поэтому вот с таймером мне надо на лоб писать. А на лбу тоже забуду, что написано. Так, ну что, пойду я картошечку посажу. Вот нашла сегодня семена, и думаю, я это... Надо их посадить. Где они там у меня? Где это все мое вооружение? Весь арсенал, короче, приволокла сюда. Так, вот это мне нужно лозу. Лозу ничем не за этого ли, не закрепляли, не за матовали. А замерзла, поди. Нормально будет. Уж какая-то. Я просто, видимо, что-то как-то купила с раннеспелой. А соль? Ну, посадим, посмотрим, сколько там семянушку, мне интересно. Совсем, наверное, мало. Ладно, пойду туда на дальнее вон поле посажу. На дальнее ли посадить? Может быть, сюда куда-нибудь воткнуть? Вот в это место. Сейчас я погляжу, сколько там семянушек, а то, может быть, поближе воткнуть. Но опять кустики нарастут, а нифига они тут нужны. Они тут не нужны вообще. Я, наверное, все-таки так к чесноку уйду. Вот про этот участок-то я все говорю, что мы его обрабатывали прошлое лето. Видите, он какая земля. О, вся мягкая. В общем, здесь мы садили картофель. А сама эта полянка была заросшая травой. Ее там, ну, с той перепашки, с которой мы спахивали. Ну, все было не очень тогда еще обработано. Там этим дисковой бараной, плугом, в общем, все фигня была. Мы запихали там, где было, ну, собственно говоря, еще путно ничего не разбито было. Естественно, потом там шла трава и... В общем, картошка не наросла, в оконцове я ему говорю, перепаши все. И у нас практически поллета стояло все это, мы периодически перепахивали, траве не давали расти, и вот, пожалуйста, земля вот такая вот, вон, рассыпчатая вся, прям как пух. Так что вот... дела. Ладно, буду делать, бороздку досадить. В общем, там вот так вот немножко совсем семянушек.
Не знаю уж, как ее правильно садить. Ну, там показано как рассадным способом, так и в землю, собственно говоря. Ну, и месяц вот примерно вот этот вот. Ну, в общем, посею. Кстати, там глубина-то какая. На какую глубину ничего не пишется. Ничего не пишется. Ну, вырастет, вырастет, не вырастет, не вырастет. Посмотрим. Ой, там семян-то, господи, я их рукой не почувствовала. Совсем мало, да, они легкие. Вот так вот сделаю канавкой. Глубоко-то не буду закапывать, наверное. Так надо, я думаю. Да главное не забыть, что здесь сидит она. А то ведь могу забыть. Что-то надо сюда пометить чем-то. Ну и, короче, рассыпала-то. Разбросала всяко разно. Да и все. Разбросала всяко разно. Чем вот пометить? Этой палкой. Это я трактористу ее сюда втыкала, чтобы видел. То есть ты воткну. Так, чтобы было понятно, докуда и где. Так, ну вот. Картошку посадила. Ну, ее тоже, наверное, приливать надо, скорее всего. Тут желательно слеечки, то есть там семянушки такого. Так. Чего это я еще хотела сделать? Значит, это сделала. Деревья хотела побелить. Но это я сейчас пойду пообедаю и потом уже посмотрю, что там вместо звездка. Есть, нету, нет, так надо будет развести. Ну и буду белить. О, не успела солнышко пригреть, они уже тенечек ищут. Вон она, курочка, крылышко одна. Сушит свое. Расправила его. Че, девки? Хорошо, тепло, да? А утки прячутся. Почему-то тут что-то встаешь. Чего устала? Устала. Тут, между прочим, уже нанесли яиц. Вчера же одно оставляла. Здесь уже вон. Вот это яйцо, мне кажется, эти несут. Муларды, они вообще-то яйца-то могут нести, если вот эти. Из них у них единственное нету репродуктивной функции. А здесь одно яйцо уже добавилось. Ага. Ну-ка здесь что? А нет, показалось. А что-то уточка там встала, что она встала? Охлаждает яйца, значит у нее уже к выводу они приближаются. Вода приближается. Пойду ту проверю, что у той там. Не помню, какая раньше села. Раньше, по-моему, села, которая курятники. Но я не вижу, чтобы она еще выходила. Что тут здесь с питанием? С пайком. Это сидит. Надо порыться мне в этом, в видосах своих. Посмотреть. Какая утка села первая. Тоже мокрый. Здесь охлипался. Что делаешь? Дупля они несут яйца. Пока не вижу. Ну, вроде туда утки не ушли сегодня. Нету. Вроде как не вижу. Ну,
солнце сегодня припекает. Как лампа инфракрасная. Тут этот кролик догрызает окно в Европу. Он, однако, дёру даст отсюда. Мы же вот эту просто сосну бегом на ходу, как говорится, прикрутили. И не отпилили ничего. Ну, здесь надо нормально сделать. И это снизу выгрыз. Нет, он теперь сверху догрызает. Он ж паразит. Да им надо сюда сетку сделать, чтобы ему солнышко светило. Чтобы он на солнышке лежал. Да, заяц? Заяц. Зайка, ты тут один сидишь бедный, тебе все время грустно. Мы никак не можем ему девочку купить. Ой, мальчика ли. Это девочка. Мальчика надо. Их все равно вместе нельзя садить. Их же там на эту... На момент спаривания вместе садят. А потом их разделяют. Поэтому... Ну, тем не менее, вот живет одинокая женщина. Ищет вторую половину. Чего тут? Так, это уже можно открыть. Уже, в принципе, как бы это... Угу. Так, вот здесь тут с носа у меня утка. Вот, опять сидит, видите? Вот она сидит, облещает. Красавица. Угу. Так. А ты что, долго загорать тут будешь, подруга? Не видно тебя? Сидит уже сколько времени? Ты же не несешь яйцо. Ты кого сидишь-то? С какой целью ты здесь занимаешься? Вот сегодня еще раз проконтролирую. Может быть, я... Может, ты белые яйца начала нести? Не знаю. Ну, все на месте вроде утки. Вот, кстати, сейчас вот захожу домой, и получается, вот сейчас стою на крыльце в тенечке, вот такой тенечке, да, частичный. Это сейчас час дня. А вот до часа сюда прямо напрямую практически все палит. Не знаю, как тут насмелиться эти цветы посадить. Хочется как бы. Вот здесь по краешку можно было наставить чего-нибудь. Ну, я надеюсь, Андрей не зря взял он эти доски, сделает здесь перила и крышу. Ну, крыша будет такая, из поликарбоната, она не будет закрывать от тени. Туда под вот под эту штуку не поставишь ничего, там крыша течет, дождь идет, там сильно прямо, ну, прям бежит ручьем. Там нету, потому что водосток, крыша же не перекрытая. Вот. Ну, вот на этот участок я мылюсь, я там уже такие планы чуток наметила. Чего я туда воткну, чтобы сделать типа клумб, клумбочек. Попробую здесь посадить переносные. Ну, он будет гореть, значит, уберу просто-напросто. Наверное, вот так вот надо сделать. И, кстати, вот здесь тоже вот можно же наставить. Тут уже красиво будет. Ну, если вот эта вот мадама с Потсдама тут бегать не будет. Сегодня мне замотала эта цепь, да как-то быстро так вокруг ноги. А у меня же суставы-то болят, щиколотку. Ой, больно, вертануло прямо вот так вот цепь вокруг щиколотки. Туго. Как я материлась громко. Ужас один. Кто услышал? Я думала, сейчас дернется, меня уронит еще до кучи. Да как она так быстро, как-то шустро, раз, и все, и готово. Я предполагала, что такая история может быть. Но не думала, что это... Ну, все время подкрадалась к ней. Но не думала, что это так резко получится. Вот. Не знаю. Ну, будем думать. Андрей приедет, будем думать. Туда, естественно, если там цветы буду садить, я ее не посажу. Зачем она мне там нужна? Ну, ты считай, все, та часть пропадет, никаких цветов там не посадишь. Это бесполезно. На проволоку, как, ну, мне предлагали люди, вот так, типа, проволоку, чтобы она бегала, тем более. Даже разговоров быть не может. Поэтому это будет по всему двору мне носиться. Не знаю, что будем думать с ней.
сидит, просится. Просишься, да? Нет, до вечера будешь так сидеть. Вечером еще тебя отпущу. Да-да. Ну и все, скоро вот тепло станет там в этих, в брудерной станет тепло, да и лампочки. Я сегодня там уже лампочки отключила. Часть. Совместила двух, в двух брудерах цыплят и открутила внизу лампочку. Надо, кстати, пойти посмотреть, вдруг они там замерзли. Ну, не должны. Обедать я иду уже третий раз. То потом села, позвонили мне за яйца, что яйца сегодня привезут. Яйцо, вернее. Яйца, яйцо. Села, подумала, ладно, позагораю, лицо подставила. А, я там еще не отключила, что ли? Ах ты, ё-моё. Надо отключить. Ну, конечно, им здесь не холодно, зря я переживаю. Конечно же, им здесь нормально. Вот. А куда я воду забирала, мне кажется. Мне так кажется. Так, а надо здесь отключить, в общем, в этой штуке. Наверное, уже открыть можно будет окно. Вот. И все, скоро тут тепло станет. Тут почти не надо будет этих ламп. Так, чуток. Так что тут все эти потолочные, то, что предложения были делать, смысла не вижу. Больше денег вложишь. Добротное, конечно, сделать нужно. Еще не вопрос. Так, отключить же надо, ё-моё. Я на них сверху смотрела, теперь они на меня сверху. Нет. Вот этих товарищей скоро надо будет переводить. Не-не-не, на эту не надо, на эту. Зачем? Нам что? Нет, еще вода. Куда? Ой, что, боюсь. Не-не-не. Все, короче, закрываю. Ну и вас. Да охота их поснимать, а они какие-то придурочные. Бегают туда-сюда. Придурочные. И не придурочные, им просто побегать охота. А там не разбежишься. Это сейчас Андрей приедет, мы вот там будем укреплять эту вольер и туда их переводить. Ну что, лампу также включим под лампой, свечу будет греться. То же самое. Вот то место будет, где походить. Потом вот. Ладно, все, захожу теперь уже обедать. Вон у нас яйца приехали. Я тут сейчас лежу, отдыхаю. Чуть ли не уснула уже. И мне привезли, короче, яйцо. Сами привезли. Пока беру в Новодонецкой. Вот. Потому что пока у нас дороги нету. Ну вот то, что до этого вводилось. 300, в общем, этих. 300 куриных. И 15 индюшинных. И еще 40 штук я этих Валя попросила положить. Индюшинных. Ну вот, в общем. И там что-то своих маленько добила. Оставлю, наверное, пока здесь. Прохладно, дома-то теплее. Потом занесу. Ну все, весь дом в яйцах. Тут яйца, везде яйца. Так, сегодня я, наверное, не буду закладывать. Что-то я устала. Полезла я на клубнику и офигела, короче, с нее. Так что пусть стоят, греются.